ЧП на трассе. Сегодня во второй половине дня огнеборцам пришлось выехать на шоссе, ведущее к Ульяновску. На подъезде к областному центру со стороны поселка Мирный загорелся автомобиль. Для того, чтобы справиться с ситуацией, пришлось вызывать пожарных. Довольно быстро огонь был потушен, движение транспорта на участке не было затруднено. Что послужило причиной пожара, техническая неисправность или какая-то авария, неизвестно. Автомобиль же пострадал серьезно и едва ли подлежит восстановлению.